Так, здравствуйте. Я очень рада видеть снова на этом уроке. Сегодня я бы хотела пройти с вами овощи и фрукты. Вот. Здравствуйте, меня зовут Но, я новенький. Хорошо. А ты читать умеешь на японском? Нет, не умею еще. Не умеешь. Я тоже не умею. Хорошо. А что-то умеете говорить? Слово любое. Я только одно знаю. Коничива. Я не знаю никакого слова. Тогда давай ты послушаешь, о чем мы будем разговаривать, и попробуешь повторить, хорошо? Так, кто первый раз, вот повторяйте за теми, кто читает вот эти слова. Так. Поднимайте руку, кто может прочитать вот это слово. Ясмин подняла. Ясмин, давай. Джай, гай, мо. Да, правильно. Джагаймо – это картошка. А второй номер? Марьяна. Ниндзин. Да, это морковка. Так, а третий номер? Роман, можешь прочитать? Окине. А, по-моему, ты не то читаешь. Вот. Вот этот номер. Окине. А третий номер читается таманеги. Таманеги? Таманеги. Это лук. Смотри, первая буква та, вторая ма, третья не, а четвертая ги. А так, можешь показать морковку опять? Нинди. Ни. Ди. Это. А четвертый номер кто-то может прочитать? Чоми. Так, Марьяна. Сейчас. Томато. Да, правильно. Это написано катаканой. Поэтому это чуть сложно, но Марьяна смогла. Да, это томато. А, написано это катаканой, потому что вообще помидор пришел, но он не рос раньше в Японии. Его привезли. Так. А, но иногда пишут хироганой. Как хироганой тогда? Хирогана у меня нет сейчас, как писать на хирогане. Пятый номер. Кто сказал? Назар, я. Я это кто? Назар. Назар, давай. Ну, кабер. Кабец. Это считается кабец. Кабец. Да. Это написано на катаканой. Катаканой, да, тоже. Потому что вообще капуста не росла вот в Японии.
А ее привезли. Так. Шестой номер. Крюком. Давайте поднимать руку. Так, а у нас поднимает руку Роман. Кукумба. Кюган. Да. Кюкам, да. Один из них. Так. Давай, Роман. Да. А нет, это не урок английского. Вот это нигде вот написано английском, а вот верхнее. Ты читать умеешь? Да. Вот это место верхнее. Юга. Кюра. А это читается кюри. Последняя буква ри. Но очень хорошо. Так. Седьмой номер у нас прочитает Джасмин. На носу. Нас... Да, правильно. Так, восьмой номер. Это, конечно, не овощи, но... Восьмой номер, так. Саша. Ой, забыла, я читать не умею. Или можно повторить? Давай тогда вместе. Первая буква будет ки. Ки. Вторая но. Кино. Третья ко. Кино ко. Да, правильно. Это грибы. Так. Девятый номер у нас прочитает Назар. Сможешь? Попробую. Не помню. Первое много. Первая буква. Са. Вторая ц. Третья ма. Сацима, четвертая, Сацима. Да, четвертая и пятая мо, Сацима и мо. Сацима и мо, только по-английски это свой почетно, а по-русски я не понимаю, что это. Ну, это сладкая картошка. Сацима и мо. Так. Десятый номер у нас прочитает Монокума. А, да, Монокума. Ты можешь помочь чуть-чуть? Я не очень хорошо читаю. А, первая буква К. Вторая Бо. Третья Чи, но как последняя маленькая Я, получается Ча. Кабуча. Правильно. Так. А это тыква, да? Кабуча. Да. Кабуча. Да, тыква. Просто в Японии она меньше и она тверже. Так. А поэтому она зеленая чуть-чуть. Так, одиннадцатый номер у нас прочитает. Ой, простите.
Так, видно? Инесса, давай прочитай. Давайте. Дайкон. Да, правильно. Очень хорошо. Дайкон. А что значит дайкон? Я не знаю, как на русском, но на английском будет радиш. Редиска. Да. Только не такая красная маленькая, а очень большая. Да. Я видел такую белую редиску. В Японии она специально вот такая. То есть она дайкон и называется, в общем-то. Да. Так. 12-е написано катаканой. Кто умеет читать катакану? Это... Марьяна умеет. Давай, Марьяна. Пиман. Да, правильно, пиман. Это перец. Так. А можешь показать еще раз вот это бимон? Пима. Пима. Так, кто хотел записать? Уже все записали? Я записала. Хорошо. Ну, это сейчас не надо записывать. Это сейчас я бы хотела больше вот разговаривать, поэтому... Ну, как хотите. Так. Перейдем к фруктам или повторим еще раз овощи? Давайте повторим. Давайте перейдем. Я бы хотела перейти. А остальные люди? Повторите. Повторим. А повторим, Джасмин? Да. Назар тоже? А, давайте тогда повторим. Только, ну, по-быстрому. Давайте я прочитаю, и вы послушайте. Так, ой, это другое. Первое у нас. Джагаймо. Это картошка. Второй номер у нас ниндзин. Это морковка. Третья таманеги. Это лук. Четвертое томато. Это помидор. Так. Так, подожди. А вот. Пятое у нас кябец. Это капуста. Шестое у нас кедри. Это огурец. Так, седьмое насы. Это баклажан. Восьмое киноко. Это не овощи, но это грибы. Так. Девятое сацимаймо. Это сладкая картошка. Десятое кабоча. Это... Так. Ну, вы поняли, простите. Так. А я могу не говорить перевод, потому что здесь картинки. А можно, пожалуйста, показать сладкую картошку? Так, сладкая картошка у нас вот так. Ага, спасибо. Так, 11-е у нас дайкон. Это редиска. Так, 12-е у нас пиман. Это перец. Не перченый, а обычный перец. Так, хорошо, давайте тогда приступим к фруктам.
Так. Тринадцатый номер, кто может прочитать, это на катакане. Марьяна. Давайте тогда Марьяна. Банана. Банан. Да, правильно, это банан. Так, а 14-й у нас прочитает Джасмин. Ринго. Да, это яблоко. Так, 15-е у нас, это овощ, по-моему. Так, 15-е у нас, кто может прочитать? А... Назар. Swans. Это не английский язык. Хоренсо. А, колерсо. Хоренсо. Хоренсо. Да, правильно. А, как хоренсо переводится? Хоренсо это листики, которые можно кушать. Это салат. А, нет, это не салат. Суп часто кладут для аромата. Шпинат, наверное. Шпинат. Да, наверное, шпинат. Шпинат, да. Не лавровый лист, но больше похож на шпинат. Да. Да, это шпинат. Ну, успокоение. Почему-то он в осике для вот фруктов. Так. 16-е. Кто может прочитать у нас? Ясмин просит. Давайте тогда Жасмин. А мне видно картину, а само слово не видно. Ой, прости. Так, идем немножко. Банан виден. Угу, теперь хорошо. Ичиго. Да, правильно, это клубника. Так, а следующий у нас прочитает. Давай, так. Роман, вот тоже держит руку. Давайте. Роман, сможешь прочитать? Похоже, перед... вот Инесса. Давайте, Инесса. Сакуранпо. Да, только последняя буква не бо, а не по, а бо. Сакуранбо. Сакуранпо. Бо. 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 Да, правильно. Так. 18-е у нас прочитает. Поднята рука. Так. А давайте. Так. Назар. Ах. Это. Тио. Тирс. Это не урок английского. Да не, у меня... Да я так просто подумал, что звучит так. А, ладно. А, первая буква читается МО. Вторая одинаковая получается МОМО. Это персик. Да я знаю, что это персик. Лоб получается. Ладно. Персик очень смешно, вот. Он да. Вот, я такое слышал слово однажды. По интернету говорили, что персик звучит лот. Мо? Лот.
А. Так. 19. Видно? Да, видно. Так, 19 у нас прочитает. Монокума, сможешь прочитать? Да. Только помощь чуть-чуть нужна. Первое Б. Второе Б. Д. А, ближе к звуку Бу. Бу. А второе До. До. Третья И. И. Получается Будо. 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 Да, правильно. Так. А последнюю У обычно не сильно произносят. Хорошо. Хотя здесь последнее написано У. Так. 20-е. Так. Джасмин, сможешь прочитать? Можете напомнить, как читается первая буква? Ми. Ми-ка. Микан. Да, микан. Это мандарин. Так, 21-е. Это катакана написано. Марьяна. Сейчас. Мерон. Да, правильно. Мерон. Это дыня. Просто у нас она не желтая, вот такая. Так. 22-е. Лиза. Хорошо. Можно помощь? Сыка. 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 И приси. А, да, правильно. Так. 23-е. Так. У кого поднята рука? А, рука. Так. Инесса, сможешь прочитать? Да. Так, ой. 23-е? Да. Вот это. Кури. Да, правильно. Так, а 24-е? А что такое кури? Кури – это каштан. Просто у нас он очень сладкий. Прям очень-очень. Да, так. Да, что? Саша? Да, я читала. А у нас каштан горький, из него делают подемазь. А-а-а. Ну, его... Вот в Японии его прям кушают. Да, он очень сладкий. Так, 24-й номер у нас прочитает. Так, Назар. А, Назар, или тебе помочь? Назар, вы подняли руку дважды и микрофон не включаете. Вам же говорят. Отвечать. Каки! Да, правильно. Каки – это хурима. Хурма? Хурима. На хурма растет хурма.
Да. А в Японии она какая? Она оранжевая, очень сладкая. И очень много сортов. Понял. Так. Мы прошли все фрукты и овощи, которые на вот этой книжке. Так. Давайте повторим фрукты. А можно вопрос? А вот это, а где такую книжку можно купить? Это японская книжка, ты ее найдешь. Жалко. А вы что, в Японии живете? Ну да. Так это что, ваш дом в Японии? Ну да. Понял. Я думала, что вы в Украине. Я понимаю только English. Это английский. Простите, давайте лучше карточки. Это новые карточки. Кто умеет читать, или даже кто не умеет читать, можете вот вместе. Так. Джасмин. Мо. Модокари. Чи. Или ри. А вот отсюда читай. А вот так. Мого у цукай от де ка. А как читать? Вот это буква. Так, мого цукай. Первая буква не ма, а не мо, а ма. Мого цукай. Это волшебник. Это считается одекаке. Одекаке ма мадокара. Да. Смысл вот этого стежка. Волшебник вылетел из окна и решил погулять. Так. Марьяна. А читать справа, да? Начинать слева, да? Слева или справа? Справа. Неко тора, тора неко, манеки неко. Ой, прости, Жасмин, я перепутала. Просто у меня наоборот видно вот через камеру. Вот... Жасмин, прости, вот читается отсюда, но ты прочитала правильно. Марьяна читала. А вот это читала вот Жасмин. Это другая карточка. Жасмин, ты была права, прости. Ясно, извините. Да, давай дальше. Марьяна. Я все прочитала. Правда? А, да, очень хорошо. Так. Вот это у нас прочитает... Так, Назар, сможешь прочитать? Назар, сможешь? У тебя рука поднята. У тебя звук выключен. Я не смогу, потому что... Я не знаю этот японский язык. Опускай ручку тогда. Опускай. Хорошо. Так. Давайте другие ребята тоже попробуют. Инесса, ты была на прошлом уроке. Сможешь? Можем вместе прочитать. Давайте вместе, а то мне как-то сложноватенько. Давай я по одному, по одной строчке. Тайсо штара. Тачимачи. Тачимачи. Смато. Смато. Это знак, чтобы угленять.
вот звуки. Это катакана, если что. Так. Вот это у нас прочитает. Роман, сможешь вместе? Сможешь вот вместе со мной? Или ты один тоже сможешь? Так, ладно. Арнау, правильно? Да. Арнау, сможешь прочитать? Я не умею, скажем, я не могу. Давай тогда вместе. Да. Так, я по одной строчке. Аой боси. Аой боси. Аой боси. Не йо, а о, а о, и. Ой, боси. Да, правильно. Акай боси. Акай боси. Гриток, гра. Гриток, кра. Грито, гра. Грито, гра. Да, правильно. Так. Мунокума, сможешь прочитать? Мунокума? Да, да, простите, я забыла звук включить. А можно вместе прочитать? Да, конечно. Сиряны мани. Сиряны мани. Сюра мани. Сирану мани. Сирану мани. А, это сложный звук. Н. Н. Да, правильно. Сирану мани. Сирану мани. Сирану мани. Не мумами, а н. 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 Сирану мани. Сирану мани. Да, правильно. Шируку хатто ни. Шируку хатто ни. Широй хатто. Широй хатто. Да, правильно. Так. А вот это кто может прочитать? А... Так, я на самом деле прочитала. Роман, это сможешь прочитать? Или можем вместе? Не хочу. Ладно, так. Марьяна. Ага. А кемуши га анда кейто но харамаки. Да, правильно. Кемуши га анда кейто но харамаки. Так. Можно я? Хорошо. А следующая карточка или вот эту? Нет, следующая. Хорошо. Ой, это наоборот было. А... Вместе? Давайте вместе, бо я... Тогда по одной строчке я буду читать. Цираля. Цираля. Кира-кира. Кира-кира. Скио ни хикару. Скио ми штанти. Скио ни хикару. Скио ми штари. Ни ситару, а хикару. 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 Да. Скио ни хикару. Скио ни хикару. Да, правильно. Так, следующая карточка у нас прочитала. Я слышала, кто я? Так, кто у нас? Я. Ладно, так. Кто может прочитать? Мунокума? Я попробую, простите, звук выключай. А можно опять помощь? Якичин. Якичин.
А, прости, у меня наоборот это вылезет. Ягисан. Ягисан. Да. Ягисан. Япари. Япари. Ямагаски. Ямагаски. Да, правильно. Так, следующую карточку у нас прочитает. Инесса, сможешь? Да, смогу. Давай тогда попробуем. Эримаки Майта. Экичи. Усан. А, здесь есть маленькая ё, поэтому вот вместе с чи получится чо. Экичо-сан. Экичо-сан. Сан. Экичо-сан. Да, правильно. Так. Арнау, сможешь? Только с помощью. А, да? Я тебя не услышала. Только с помощью. Хорошо. Так. Йогошита йофк. Йогошита йофк. Аратте. Аратте. Йосо юки. Йосо юки. Да, правильно. Так. А что ты хотел сказать? Ладно. Спасибо, оставим так. Так. Вот это, вот эту карточку у нас прочитает. Так. А, Назар, сможешь прочитать? А можно, чтобы вы мне помогли, бо я сам не умею. Хорошо. Исагино. Исагино. Кик. Кик. Умини деру. Умини деру. Умини деру. Умини деру. А последняя ры. Получится умини деру. Умини деру. Да, правильно. А просто ты пропустил ни, ну ладно. Последний звук у тебя получилось в последний раз. Очень хорошо. Так. Не надо волноваться, еще карточек, ого-го. Так. Кто? Марьяна. Футто... сейчас. Футто те... Фукураму фу-фу о-мочи. Да, правильно. Так. Джасмин? Ну... Ну не... Или... Ну не та... На... Га... Го... Цу... Ну и... Де кава касу. Да, очень хорошо. А вот вторая буква не не, а ре, нурета. Нуре, нурета. Да, правильно. Так. А, так, Инесса, Лиза. Сможешь прочитать? А, можно это кто? Лиза. Хорошо. Я тут вижу только букву Ку знакомую. Ку, а можно... А, я тут еще вижу Н. А можно тут мне помочь? Ку. Кума, кун. Кума. Это же медведь. Кума. Да. Кума, кун. Кума, кун. Не кун, а кун. Кун. Да. Кысы, кысы. Кысы, кысы.
Кысыгытай. 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 Не ай, тай. Не ай, а тай. Тай. Кытай. Да, правильно. А можно перевод сказать? А перевод будет: медвежонок смеется, потому что его щекочет. Так. А. Так. Назар. А можно помощь, пожалуйста? Хорошо. Ланидом. Ланидом. Вахахато. Вахахато. Оварай. Оварай. Да, правильно. Так. Арнау, сможешь прочитать? Да, только мне нужна помощь. Хорошо. Рисы, но... Рисы, но... Рюкку, ва... Рюкку, ва... Рюкку. Рюкку, ва... Ринго де иппай. Ринго и иппай. Ринго де иппай. Ринго и иппай. Не и, а де. Ринго и... Ринго де опай. Да, правильно, очень хорошо. Спасибо. Ты постарался. Так. Марьяна уже читала? Так, когда, ладно, да, именно. Когда именно? Я по кругам вот говорю, кто чтобы читал. Ну, давай, Марьяна. Хорошо. Мега, сейчас. Мегане но шита гара, ой, кара, йоко ме де мекубасе. Да, правильно. Так, что? Инесса, сможешь прочитать? Юкиноши. Юкайна. Юкидарума. Да, правильно. Так. Ой. Так. Так, Монокума уже читал. Так. Марьяна. Так я вроде читала недавно. А, нет, я кругами вот говорю, что, кто, чтобы читал. Хорошо. По кругу. Тогда ладно. Сузуме, сумашите, сумире нока нури. Да, правильно. Так, Джасмин. Одну минуточку. Сэй, но... И шина га ла ра се и ко ра ра. А как последняя буква читается? Бе. Бе. Сейкрабе. Сейкрабе. Да, очень хорошо. А, кстати, вы не заметили, что вы начали очень быстро читать? Так, Назар, сможешь прочитать? Можно, пожалуйста, помощь? Хорошо. Нисан. Нисан. Нико-нико. Нико-нико. Ниндзин табэру. Ниндзин табэру. 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 Ты можешь сказать, вот, это ближе к звуку «б»? Ниндзин таберу. Таберу.
Нинджинтаберу. Да, правильно. Так. А можешь сказать перевод этого стишка? Так. Старший, так значит. Брат кушает морковку и улыбается. Видимо, ему нравится морковка. Так. Инесса. А можно, пожалуйста, помочь? Конечно. Роусук. Рокоту. Роусук. Роусук. Роппон. Роппо. Роппо. Да, правильно. Так. Роба-сан. Роксай. Роба-сан. Ксай. Роба-сан. Роксай. Роба-сан. Рок. Роба-сан. Роксай. Роба-сай. Роксай. Да, правильно. Если ты пропустишь это «ро», то получится, что «ослик вонючий». Вот если с «ро», то получится 6 лет. «Рок-кысай» — это мы и проходили цифры, кто был на уроке. А, я даже вижу «рок». Я помню. Это 6. Получается 6 лет. «Сай» — это лет. Получается, что... Ослику 6 лет, но без ро, получится, он воняет. Поэтому осторожно. Получится совсем другой смысл. Так. Арнал. Пожалуйста, помощь. Хорошо. Кобыта. Кобыта. Куматте. Куматте. Коннакао. Коннакао. Да, правильно. Так. Монокума. Окей, опять надо помочь. Рисыбан ирикато. Можно первую букву сказать? Рюсюбан ирикато. Рюсюбан ирикато. Ирикага. Иригата. Чита. Чита. Да, правильно. Лиза, ты начала лучше читать. Спасибо. Аригато. Так. Марьяна. Ага. Сейчас. Чопири чисай кон чоки. Коно чоки. А, коно чоки. Да, это читается но. Так. Джасмин. Торага токуино. Это читается трамполин. Трамполин. Да, очень хорошо. Последняя была катакана, поэтому. Так. Назар, сможешь прочитать? Можно помощь? Хорошо. Мидорино лайон. Мидорино лайонс. Мими маде. Миладе. Мидори. Мидори. Да, очень хорошо. Так. Арнау.
Помощь. Хета демо хэки. Хека демо хэки. Генки ни. Генки ни. Утае. Утае. Да, правильно. Спасибо. Ребята, вы сегодня прочитали столько карточек. Сколько? Считать даже не хочется. Смотрите. Ого! Так. Это как будто целая книжка маленькая. Ну да. Так, Инесса. Инесса, звук у вас выключен. Видимо, интернет. Инесса. Томаре. Так. Тенто муси. Тенто ни томаре. Да. Связь чуть-чуть нехорошая была. Ну, ладно. Так. Монокума. Хорошо. А можно помочь чуть-чуть? Я тут... Вот в первом не знаю только две буквы. Первую и третью. Кицу. Кицу. А можно третью сказать? Не. Кицуку не. А, кицуне-кун. Кицуне. Кицуне-кун. Да, правильно. А это лисенок. А, я теперь знаю, откуда слово кицуне. А, Марьяна, а, да, вот обычно начинает перед словом ко, когицуне, но вот в этом случае... Кун – это когда говорят, например, детям. Часто говорят детям. То есть кицуне – это лиса, да? Кицуне – это лиса? Да, кицуне – это лиса. Но иногда взрослые тоже, взрослым тоже говорят, но когда ну, очень мало таких случаев, когда говорят кын. Можно мне дальше прочитать? Да, конечно. А можно третью? Тип. Кипу. Ой, я даже не знаю. Даже сложно. Кипу. О. Мотте. Мотте. Киша ни нору. Киша ни нору. Да, правильно. Назар, сможешь прочитать? А можно, пожалуйста, помощь? Хорошо. Ошкраманджи. Ошкраманджа. Ошкраманджи. Ошкраманджи. А, ошкраманджи. Ошкраманджу. Не кю, а к. Ошикра. Ошикраманджу. Да, правильно. Так. Осе, осе. Осе, осе. Оками. Оками. Да, очень хорошо. Так. Инесса. Но не маде. Му не маде. Ну хета. Но бита. Вот здесь маленькие две вот точечки. Но бита. Но бита.
Нагиматайте. Нагиматаке. Мугимакате. Мугиба. Мугибатаке. Мугебатаке. Да. Так. Мариана. Нонкинай. Сейчас. Нонкинай ношиши, нохараде, нонбири. Да, правильно. Так. Джасмин. Сакадачи сасуга оса руно это катакана сакасы. Сакасу. Да, правильно. Так, у нас уже время заканчивается. И мы сегодня прочитали вот только карточек. Ого, это много. Да, 200 столько. И осталось всего лишь столько. А можно вопрос? А, да. Так, кто спросил? В каком городе? Вы же в Японии? В каком вы городе живете? Я живу в Токио. Это столица Японии. А в каком районе? В районе Хачиоджи. Да, Хачиоджи. А я живу в районе Итабаши. Ты тоже в Японии живешь? Да. Кто живет в Японии? Так, Инесса. Инесса, так давай знакомиться, в личку потом переходи. Давайте я запись остановлю, что ли? Да, хорошо.